Ну что, дорогие друзья, недавно вышел новый снэкпик, я рад всех приветствовать, всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с вами как всегда Айрон, и в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Roblox, режим кардио с тайком в Роблоксе, и сегодня мы немножечко поговорим про новый снэкпик от Foxes. Получается, вы увидите сейчас на своем экране этот новый снэкпик. Что мы видим? Форд Мустанг. И сейчас вы увидите на своем экране реальный прототип этого Форда Мустанга. Это Форд Мустанг 2024 года. То есть будущий Мустанг, по-моему, он электрический. Так что новая электротачка у нас будет скоро в КДТМ. Так что, пацаны, я думаю, обнова будет в эту субботу. Добавят электрический Форд. Я не знаю, что подготовили Foxes. Ну, мне так подсказывают, что, наверное, это будет, возможно, обычная машинка, либо же лимитка, либо же ивентовская. Тут уже одно из трех получается. Еще вот смотрите, я вам сейчас прикреплю на экран, что они прислали до этого, то есть подсказку, то есть 5 литров, V8, 2024 года, монстр на дорогах, короче. И ну, я не снимал еще предположение, но это вот этот вот как раз и есть Ford 2024 года. Будем ждать, будем надеяться, что реально выкатит нормальную, крутую обнову. Не зря же добавляли X2, так что я думаю, что-то годное готовят для нас Foxes. Так что всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. На конце получился видеоролик, надеюсь, он вам понравился. И вы не забыли поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну а с вами был Айрон, всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч.